Hi guys, welcome to my channel Vasya in the Hay. My name is Sergey. Today's video is really hard. It's very emotional video. It's video about how in Russia live pensioners in abandoned villages. Very many people ask me how we can help your channel. I always told what the biggest help from you guys is your subscribing to our channel. And of course, if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. А кто за мной сейчас ходит? Я подписала квартиру. Она вам ее подписала? А эта девушка не помогает вам убираться, которая... Да помогает. С ума сойти. Жесть вообще. Сейчас я полностью слепая, да. А бабушка Лида что, не дает денег? Здравствуйте, есть кто-нибудь дома? Здравствуйте, это Сергей. Сереж, ну открывай дверь. Я открыт. А, открыто у вас? Зак... А, ага. Ну, закрыто у вас. Секунду, поверни. Ну, вот. Ага, все. Понял. Здравствуйте. 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 А скажите, пожалуйста, а у вас военный бывший? Макешины. Макешины, Макешины. 17 дом. А это вот туда нам назад ехать, да? Да. Это, знаете, до кладбища доезжаете. Да. Вот. А там как в дому поворот, вот, знаете, да? Да. А да. Это на горочку. Домик стоит красивый. О, Господи. Мне люди ходят. Ужас какой. А как это у вас, гангрена, что ли? А я не знаю даже самое, что. Вон мои котиной. Ужас какой. Вот одна, вот она другая. Я никуда я не выхожу даже. А как же обувь какая-то, валенки, ничего у вас нет? Я ничего обуть не могу. Я слепая, у меня первая рука по зрению. А как же в больницу, почему вы не обращаетесь? В больнице тут сложная ситуация. В больницу я не пойду даже. Даже это самое. Да? Да. А родственники есть у вас? Какие родственники? Родственники дальние. Родственникам... Родственники только что передавали. Чужие люди за мной ходят. А скажите, сейчас в чем вы нуждаетесь? Продукты какие-то? Что бы вам вот хотелось? Что вам привезти? Мне, если бы можно было, я бы за день, я купила бы зернышек. А у меня сейчас 14 еще коз. 14 коз? 14 коз, да. Понял. Вам зерна, а вы сами-то что кушаете? Какие продукты вам привезти? Вы нам скажите, мы все привезем. Я закупаю летом. Вот, а так вот видите, какая... Да. Вот, какие мои ноги. Ну, вам нужно в больницу, мне кажется, как-то... А сколько вам лет, извините? 8-й год пошел. 80-й. Да, 80-й? Пошел, а да. Зовут вас как? Лида. Лида. Баба Лида. Баба, да. Лида. Меня Сергей зовут. И вы нас не бойтесь. Мы да, просто, я не боюсь. Мы просто искали, знаете, вот человека, хотели ему помочь, а нашли вас. У вас тоже очень ситуация сложная, я вижу. Да у меня ситуация еще, я не знаю какая. Ну, помогите Сережке. Помогите Сережке. Он один, пенсия у него маленькая. С вами я инвалидом останусь. Вот с двухлетнего возраста я без вас. Вот вы, то есть вы полностью слепая, получается? А сейчас я полностью слепая, да. А, понял. Вот, у меня первая группа по зрению. Помогите Сережке. Ладно, бабушка Лид, я понял вас. Сережа. Да. Может, водички, что-то, я даже не знаю, что вам. Ко мне приходит. Да? Ну ладно. Ага. Угу. А кто за мной сейчас ходит? Я подписала квартиру. Сережа, у меня же квартира. А квартиру вы кому переписали? Человеку какому-то, который помогает? Ну, так это самое. Ходит за мной женщина. Ей вот сейчас 26 лет. Угу. У нее уже трое детей, четвертый будет. Она вот. С деревни с вашей, да? Да, 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 она тут. Она ко мне приходит вечером, накормит козочек и принесет мне покушать. Ну ясно, а как же ноги ваши? Надо же как-то их бинтовать. Сережа, что-то. Я бинтую, я тут сейчас их вода, печку натопила, сейчас водичкой промою. Понял, потом понял этим... вас.
А может быть, вам врача на дом пригласить? Да мне. Мы бы могли. У меня такой, извините за выражение, бардак. Я не могу сама убраться. Так что. А эта девушка не помогает вам убираться, которая. Да помогает она, я сама ее. Ну, судя по тому, что вот я смотрю у вас здесь. Ну, не очень убрано на дворе, я имею в виду, не так сильно и помогает-то эта девушка. Да, она и недавно помогает, она мне. А, недавно? Недавно она мне помогает с февраля. Бабушка Лида, а как у вас условия? Вода есть у вас? Что-то? А водичка вон там, колонка. Колонка. А тепло дома есть? Печка. Печку топите сами? Сама топлю печку. Ну, дрова есть сейчас у вас? Есть у меня, есть? Дрова у меня есть. Я вот единственное, если бы можно было, да, даже за деньги бы, где-то выписать зернышек. Ладно, мы поедем, а то вы замерзнете. Сережа, ну я говорю, помогите ему. Хорошо, бабушка Лида, спасибо, я понял вас. Помогите ему. Ладно, до свидания. Жесть, история. Просто зашли поискать человека, о котором нам написали. А нашли бабушку Лиду. Вы видели, в каком она состоянии. Сейчас закрою калиточку ее. Я просто вообще в шоке, как человек выживает. Причем по общению грамотная женщина. Но мы сейчас заедем к этому Сергею, который жил у бабушки Лиды. Во-первых, спросим про нее и узнаем вообще, какая помощь нужна ему. Но прежде всего, конечно, мне захотелось помочь бабушке, потому что ситуация у нее очень тяжелая. В общем, едем искать его. Здравствуйте! Не подскажете, а вот Макишиных? Нет, никого. Дед давно уже умер. Дед давно умер, да? Ну, Макишин, вот он его дом. Да, ну там какой-то вот ветеран жил из боевых действий, нам сказали. Там бомжует какой-то. Ну, зайдите, там места нету. Ага. Ладно, спасибо. Да, мы видим замок, собачьи следы. Дом не топлен. Ну, вокруг тоже следов нет. Ладно, мы постараемся сюда заехать еще раз. Ну, а сейчас, в первую очередь, мы едем в магазин для того, чтобы купить продукты бабушке Лиде и хотя бы посмотрим, что у нее дома творится. Я так подозреваю, что там полнейший хаос. Так, друзья, в общем, в магазине купили самое необходимое. Там только вот зерно мы не нашли для козочек. Купили колбаски, кефирчика, чая, печенье. Это, можно сказать, такой временный пакетик. Сейчас посмотрим, что действительно для бабушки необходимо. Занесем все это ей. Калитка открыта. Странно. Так, пойдем возьмем продукты. Бабушка Лида! Да, кто-то есть. Здрасте. Здрасте, бабушка сейчас выйдет. Выйдет? Да. А мы к вам случайно заскочили. Сейчас она выйдет. А вы кто ей? Я за ней ухаживаю. А, просто ухаживаете? Да. Ну, вот ей просто продукты привезли. А вы здесь живете, да, Гелень? Да, я рядом живу, а помогаю. Бабушка Лид, это Сергей. Что да, мы вам продукт привезли. Открыл вам, а нет? Да, мы сейчас занесем продукты к вам. Ты мне вот, девочка. Ага. Да, это самое. Это вот я здесь козочек кормлю. Серёжа, ну поставь голубчик. Вот сюда можно поставить? Можно, можно, ага. Потому, потому что я уберу все равно вот тут. Конечно. Ага. Ага. Серёжа, спасибо. Да не за что. А вы скажите, вы живете прямо тут вот, да? Не, или нет, там в доме? Тут. Я живу больше на кухне. А, на потому кухне. Что лезу и в окна лезут. А вам нужно какие-то бытовые, там, чайник, может, что-то вам купить, привезти, скажите? Вот единственное, что... Если будете у вас обувь, знаете какая? Ну, мне надо обувь? Широкая. Обувь? Чтоб широкая, да, была. Теплые нужно, ботинки вам. Сережа, а то у вас... ты видишь, как я хочу? Да я вижу. Я не могу их обуть, чтоб они широкие, да, подъемные. Сережа, да, спасибо. Да не за что пока. Дай вам Бог здоровья. Как, я за ней никто не ухаживает больше? Просто их нет? Нет. А вы одна, что ли? Нет. А муж? Есть муж. Муж теперь помогает? Конечно. А вот она говорит, что... Расскажите, вот она говорит, что квартира у нее есть. Да.
Да. Она вам ее подписала, да? Да. А, понял. За то, что вы помогаете, да? Да. Нет. А давно вы помогаете вообще? Да, давно. Сколько уже? Ну, вот как я оформила на нее уход за девушкой, да. год уже. Нам позвонила бабушка Лида, но связь была очень плохая. Мы уже ехали обратно. Алло, Сережа. Да, бабушка Лида, связь была плохая, вот сейчас хорошая. Ну, у нас связь, да, бывает. Прям, вы говорили про эту девочку, которая вам помогает. Что там у нее муж, я не расслышал. Гражданский. А, гражданский. Да, денежка. Чего они ко мне? А вы помогаете деньгами им? Конечно. А, то есть вы еще платите денежку, да, этой девушке? Ну, конечно. Понял. А сколько ж платите, если не секрет? Ну, вот я сейчас ей за на месяц, вот они ход убирают, ей дала 5 рублей. Ну, 5 тысяч. 5 тысяч? Ну, да. Это я 1000 за рубль кладу. Ну, я понял вас. Да, ну, так прилично, учитывая, что вы и квартиру еще отписали. Конечно. И квартиру ей. Она у меня хоть однокомнатная, угу. А со всеми удобствами. Понял. И денежку она съездит на почту, получит мою. Ага. Вот. Ну, вот так вот. Ну, Сережа, ладно. Спасибо, Сережа. Да не за что. Дай Бог здоровья вам. Настал следующий день, и первое, что я сделал, это позвонил врачу и просто скинул фотографии бабушкиных ног, чтобы он хоть как-то мог оценить и дать какой-то диагноз. Чтобы мы понимали, насколько это опасно. Потому что бабушка, ну, всячески отказывалась ехать к врачу. Видимо, ну, есть какие-то свои там старые стереотипы. Значит, что это за диагноз? Что это вообще может быть такое? Лучинотрофические язвы. Тут вопрос понимания, да, от чего они. Они могут быть, например, от сахарного диабета. Я очень сомневаюсь, что бабушка проверяла когда-то себе сахара. Да, конечно. Потому в каких условиях она живет. Да. Очень часто это бывает. Это бывает хроническая венозная недостаточность. А это уже прямо у нее 3-4 степени. Надо делать УЗИ вен нижних конечностей. Но тут дело в том, что сами язвы, они еще у нее измененные. Они... Тут уже видно, что там есть и поджившие язвы, и новые язвы. То есть вот друг на дружку все наложено. Она с этим, наверное, уже много-много лет. Да. Она сказала, что лет 5, наверное, у нее уже вот это все. 5 лет. То есть и она же не обследовалась, наверное. Ну, конечно. Тут надо все анализы сдавать. Угу. Начиная от общего анализа, кончая биохимическим анализом крови. То есть бабушку, конечно, надо обследовать. Угу. Оставлять ее, конечно, в таком то есть, состоянии. А нам какие действия? Нам нужно вызвать скорую, по идее, да, чтобы ее госпитализировали, получается. Понимаете, во-первых, она должна быть согласна. Ну вот в том-то и дело. Это что... первое, что должно быть. Угу. Потому что вы вызовете скорую, это как бы да. Но бабушку надо убедить, да. Что надо госпитализироваться. Она при скорой, если скажет, что я не поеду, вы ей никто. Да, да, в да. В принципе, даже родственник не может повлиять на отказ. Если да. близкий родственник скажет, я хочу госпитализировать, а больной скажет, нет, я буду дома. Да, ничего не будет. Закон на стороне больного. Это очень опасно, да, для жизни, по идее, вот то, что у нее... Вообще, конечно, любая инфицированная рана опасна. Другое дело, что она живет в этой среде, понимаете, ее организм, конечно, частично подстроился. Здесь надо обрабатывать, да, это все инфицированные раны. То есть это все вычищается, да, как это все происходит? Это все чистится. Можно почистить и сказать «до свидания, идите домой». Да, а можно обследовать. Но причину-то надо найти. После этого звонка мы поехали в магазин, купили необходимое зерно, купили ботинки для бабушки, достаточно теплые, чтобы у нее не мерзли ноги. Ехали мы очень медленно, потому что шел сильный снег. Мы ехали примерно 60 км в час. И уже задача стояла доехать до бабушки, пока не стемнело. Ну и, конечно же, постараться уговорить ее поехать к врачу, в больницу. Мы бы сами могли ее довезти. Я думаю, это очень важно было бы для нее. Да. О. Здрасте, бабушка Лида.
Мы купили специальный комбикорм. Это корм для скота. А. Давай денежку. Никакой денежки, что вы. Мы сейчас еще второй мешок. Мы купили 60 килограмм вам. Сережа, ну... Да бросьте. Мне неудобно. Не, бросьте, не надо ничего. Нет, бабушка Лиза, это вам. Ага. Ботиночки, как мы и обещали. Ну, я понимаю, Сережа. Слушайте, у нас к вам такая просьба. Вы не хотите к врачу обследоваться? Не хочу. Точно? Точно, Сереженька, точно. Смотрите, а то можем вас отвезти даже нет, сами. Не поеду. Сережа, ну мне неудобно. Давай. Ничего не надо. Вы лучше покажите, как вы живете нам. Ну-ка. Анечка, проводи. Проводите меня? Да, держите. Ага. Угу. Вот сахар тоже. Сережа, смотри, как он. Вы проходите, я поза вами. Заходи, Анечка. Я за Аней. Ого. О. То есть это вот так живет бабушка, да? С ума сойти. Обалдеть. Кровати нет. Кровати нет, Аня? А как она спит-то? Ну, как лежит, так и спит. С ума сойти. Жесть вообще. Обалдеть, господи, да тут все нужно. Все это уберем, поставим кровать ей нормальную, реально. Все это уберем, весь этот хлам, если ей нужно. Обставим, поставим холодильник, кровать, все это уберем. Ну ладно, вы с ней поговорите? Посмотрим. Да, ну это, конечно... А это у нее инструменты, да, здесь какие-то? Здесь для коз. И прям там она спит, да, вот в этом. Да. Да, бабушка Лида, я посмотрел. Вам кроватку надо купить, привезти. Я сплю полусидячим постоянно. Да вы что? Чтобы мне подниматься легче. Я бывает поднимаюсь, я и сразу даже не поднимусь. Mm. Я и с палками. Ой, mm-hmm. Ну никакая я, Сереж. Я просто... Ладно, вы не переживайте, смотрите, бабушка Лид. Мы можем вам все это вот вычистить. Будет чистенько, будет у вас кроватка. Условия другие. Сережа, вот благодаря вот этой... Анечки, мама, папа, да. они мне и продукты да. завозили. Да, я понимаю. Вот. А вот здесь мы кормим козочек. Угу. Вот насыпай, Анечка, насыпайте мы по этим. Ага. Вот, насыпайте. Вижу, бабушка. Вот еще тазик. Угу. Насыпайте пшеничку. Да. Вот. Эти самые. А козочки оттуда запускаете, да? А хлебушек, а козочка, а вот дверь. А я, значит, я все время говорила, я все время сама всем вот так помогала. Я говорю, лучше дать, чем просить. Если вы надумаете, мы там все уберем у вас. Все будет чистенько. Не переживайте, ребята честные наши. Они придут, уберут, кровать поставим, половичок. Ну, порядок наведем, если надо будет. Не надо, Сережа. Ладно, хорошо. Вот, ладно. Не надо, Сережа. Ладно, пойду, бабушка Лид. Все, давай. Побежал спасибо, я. Да Сережа, нет, спасибо. Нет. Ну, а ты сама как? Муж-то же нормально? Помогает? Да, помогает. Работает? Ну, он только устроился. Так, как кем работает? Эльдорадо. Продавцом? А сколько ему лет? 29. У тебя трое детей, да? Ты с мужем расписана? Нет? Нет. Ну, пособие получаешь какое-то? Получаю. Ну, а сколько? Ну, 30-ка получаю. 30 тысяч, да? И за все вот заплати, за все вот это еще. А бабушка Лида что-нибудь дает деньги? Да. А сколько дает? Ну, 4 тысячи. Месяц, да, за это? Thank you guys for watching this video. Please subscribe to my channel, subscribe to my Instagram. This is the biggest help from you. And of course, if you like what we do, you can support our channel. All information you can find in description. Thank you for watching this video. Please share this video. I wish you good luck and see you in the next video.